Хочу познакомить вас с весьма интересным случаем. Знакомьтесь, мои новые больные. Профессор, а почему так много новеньких? Что поделать, чем ближе конец ноября, тем больше обострений. Больные, поздоровайтесь с доктором Веселовым. Здравствуй, доктор Веселов. Странно, выглядят как обычные люди. Что с ними не так? Хорошо, идите сюда и смотрите внимательно. Черная пятница! Типичное проявление шапофобии. Странно, я о таком никогда не слышал. Шапофобия – это боязнь распродаж. Она проявляется в разных видах. Пойдемте поближе. Вот, послушайте. А вдруг это обман? Товар со скидками стоит так же, как и вчера без скидок. А может, еще дороже? Это облапофобия. Боясь, что скидок на Черную пятницу на самом деле не существует. Довольно распространенный случай. Нет, спасибо. Я просто посмотреть. Это консультофобия. Боясь, что к вам пристанет продавец-консультант и предложит купить какую-нибудь ненужную вещь. Пойдемте дальше. Пробки. А если там очереди, я ничего не успею купить, Это просрофобия, боясь упустить лучшие товары и скидки из-за бесконечных пробок и очередей. И, наконец-то, наш последний экземпляр. В интернете дешевле, но там нет никаких гарантий. Но можно вернуть товар в течение 14 дней. А предоплату тебе кто вернет, а? Ну что, коллега, как думаете лечить? Ну, даже не знаю. Мне кажется, медицина здесь не поможет. И это верно, но поможет Letyshops. Letyshops? Это что, таблетки или как? Лучшее! Letyshops – это кэшбэк-сервис, который собрал к Черной пятнице все топовые онлайн-магазины, такие как AliExpress, Asus, Beru, Nvidia, с эксклюзивными скидками до 70% и повышенным кэшбэком до 20%. Ого, когда это Черная пятница? Совсем скоро, с 28 ноября по 1 декабря. А еще каждый, кто воспользуется кэшбэком от Letyshops, станет участником розыгрыша 50 призов, таких как iPhone 11, AirPods Pro, Powerbank Xiaomi. Записывайте рецепт, коллега. Зарегистрироваться в Letyshops, выбрать подходящий магазин, купить нужный товар со скидкой и получить кэшбэк. Рекомендую всем начать принимать Letyshops прямо сейчас по ссылке в описании. Ведь Черная пятница не за горами. Да-да-да, ну все, давай, мам, ага. Подожди, а ты съел рыбу, которую я тебе передавала на прошлой неделе? Что? Рыба? А, ну да. И как тебе? Я по новому рецепту готовила. Такая ароматная получилась. Да уж, очень ароматная. Блин, надо ее в два пакета положить, пока этот аромат не развеялся по всему этажу. Ну хорошо, тогда я тебе еще приготовлю и отправлю. Что? Не надо. Наверное, давай что-то другое, а то придется опять все съесть. А? Все, мам, давай, потом наберу, ага. Чувак, мы сегодня гулять не идем. В смысле не идем? Я что, просто так готовился? Чувак, если ты помыл голову, это не означает, что ты к чему-то готовился. Это обычная гигиена. Вообще-то я еще постирал носки и трусы. А, ну тогда от имени гигиены нарекаю тебя королем общаги. Спасибо. Короче, чувак, мы сегодня не идем тусить в парк, а пойдем в местечко поинтереснее. Чувак, если ты снова хочешь пойти на автостоянку и заглядывать в машину, чтобы посмотреть максимальную скорость на спидометре, то я пас. Наши фото еще с прошлого раза висят у охраны. Да не, короче, я выяснил, что сегодня в 705-й будет туса. 705-й? Там же живет чел, с которым мы отрабатывали физру, да? Да, он одногруппник нашей соседки. И она вместе со своей подружкой сегодня будет там. Если мне память не изменяет, а мне память не изменяет, потому что я принимаю... Стоп, чувак, в этом видео уже есть одна реклама. Тогда ладно. Но если мне память не изменяет, она тебе нравится. Ну такое, с чего ты вообще взял, что Света мне нравится? Ну хотя бы с того, что в отличие от меня, ты знаешь, что ее зовут Света. Ну и еще пару фактов. Короче, я как цепь тащу на сапоги и мысливаю. Ну, какая молодец пошла. Чувак, это что, наша новая соседка? Ага. Слушай, ты не в курсе, у нее парень есть? Чувак, я даже не знаю, как ее зовут. Так, что там у нас? Да, мамулечка. Да, экономику уже сдала. Все хорошо вроде бы. Так, чувак, я узнал два факта. Во-первых, у нее нет парня, а по вечерам она разговаривает только с родаками. Ну, а во-вторых, нам срочно нужно купить стетоскоп, как у врача. Через эту банку слышимость вообще хреновая. Привет, у вас
тебя случайно нет соли? Какая? Обычная, морская, с йодом или... Обычная? Обычной нет. А какая есть? Никакой. Ну, есть сахар, он, конечно, не такой соленый, как соль, но... Что ты несешь? Успокойся, а то она подумает, что ты дебил, и тогда все, до свидания. Все, до свидания. И именно после этого случая ты держишь эти запасы соли. Ну, ладно, согласен, она мне немного нравится, ну да. Ну вот и отлично, я замучу с подружаней. Как ее там зовут? А пофиг! Ну хорошо, допустим, мы пойдем на тусу. И какой у тебя план? Да неважно, что-то уже на месте придумаю. Чувак, когда последний раз ты говорил эту фразу, мы завалили экзамены, нас чуть не выгнали из универа. Ну я не виноват, что я на месте придумал все списать со шпор. А ты никакой шпоры не подготовил. Спокуха, в этот раз все будет нормас. Так что давай, собирайся, и через час встречаемся у 705-й. Ладно, давай. У 705-й, не забудь. Да я понял. Ну что, погнали? Ага, ну я что-то немного стремаюсь. Да все нормально будет. Ты это, особо не пали, что она тебе нравится, и все. Ладно, хорошо. Главное, расслабься. Веди себя естественно. Ну как я. Ну как ты, у меня явно не получится. Я плохо пародирую дебилов. Йога, ништяк, братва, здорово. Че, как сами, че мутите, а? Угу, сама естественность. Ну, норм. Кстати, знакомьтесь, это Коля. А это... Как тебя зовут? Он что, не знает, как меня зовут? Дев. Он это... реально не знал, как меня зовут. Кстати, Коль, знакомься, это Катя, Юля и Света. Неважно, неважно. Света. Ну что, пацаны, берите стулья, присаживайтесь. Странно, зачем такую поляну накрыли? Ну ладно, пока мы еще не начали праздновать, я подарю тебе подарок. С днем рождения! Ура! Спасибо большое! Ого! А, день рождения, ну понятно. Что? День рождения? Чувак, какого фига, я ничего не знаю. Сорян, чувак, я походу забыл. Забыл? Ты дебил, как такое можно было забыть? Офигенно, я пришел на день рождения без подарка, еще и Света смотрит, зашибись. Ну тогда я тоже подарю подарок сразу. С днем рождения. Надеюсь, тебе пригодится. Блин, ну как так можно было сфейлиться? Хорошо, что я не один без подарка. Что? Куда он делся? Свалил? Реально, прямо сейчас? Вот крыса. Ладно, без паники. Нужно что-нибудь придумать, как-нибудь отмазаться. Типа, я заказал подарок через интернет, он задержится. Да, точняк, это то, что... Чувак, нужно. У меня тоже для тебя есть подарок. Не понял. Правда, я его заказал через интернет, и там с доставкой задержались. Поэтому завтра тебя ждет сюрприз. Спасибо, теперь я без отмазки. Спасибо, круто, хорошо. Ладно, может быть что-нибудь реально подарить. А что у меня есть с собой? Телефон нет, ключи нет, деньги, точняк, деньги. Сколько тут? 35 рублей. Нет. Что? Моя очередь, типа? А я вот решил подарить тебе часы, да. Ого! Watchи! Блин, так неожиданно, да реально крутой подарок. Ага, это тебе. Спасибо. Да без проблем, для меня это ничто. Ого, ты чё, мажором стал? Откуда вочи новые? Угу, мажор, я в селе все лето потратил, чтобы их купить. Ну спасибо, реально неожиданно. Такой крутой подарок и практически от незнакомого человека. Знал бы ты, насколько для меня это неожиданно. И тупо, зачем я отдал ему свои любимые вочи? Ну зачем? Так, ладно, надо расслабиться и забыть про часы. Да реально пофиг, потом куплю еще одни такие, может быть. Главное, что я не опозорился перед Светой. Дебил, еще раз дебил, ну как можно было отдать свои часы? Ну почему? Можно было отдать что угодно, но не часы! Слышь? Что? Пойдем выйдем, есть одна тема. Ты что, весь вечер собрался сидеть с вот этим вот кислым лицом? Вообще-то это все из-за тебя. Если ты предупредил меня, что у этого чувака день рождения, я не оказался в такой глупой ситуации и без часов. Чувак, да я реально забыл. Он мне говорил об этом недели три назад. А сегодня кинул сообщение о том, что сегодня собираемся у него. И к тому же, ты мог не отдавать часы. Не мог что-то придумать. Вообще-то я пытался, но ты сказал мою отмазку, и потом у меня началась паника, и мне пришлось импровизировать. Ладно, где-то ты виноват, где-то не ты. Но давай сейчас не об этом. Давай сконцентрируемся на том, зачем мы сюда пришли. Я, между прочим, уже наладил контакт с ее подружаней. Как ее там? А ты вообще весь вечер бездействуешь. Ладно, ну и что ты предлагаешь? Короче, сейчас мы заходим, и ты предлагаешь сыграть всем в бутылочку. Поскольку предлагаешь ты, то и начнем играть с тебя. Ты крутанешь бутылку, попадешь на Светку и очаровываешь ее своим бархатным поцелуем. Подожди, а с чего ты решил, что я попаду именно на Свету, а не на кого-нибудь другого, а? Подожди, затем кручу я и попадаю на... Как ее там звали? А пофиг. И мы, так сказать, закрепляем наши знакомства. Хорошо, подожди, ну а если ты попадешь на кого-нибудь другого? Да не попаду я. У меня есть особенная бутылочка для таких случаев. А особенность ее в том, что ты на ней сидел, верно? Очень смешно, но нет. Прикол в том, что в бутылке приклеен магнитный порошок, а второй магнит я прикрепляю под стол в сторону того человека, на котором должна остановиться бутылка. Вот и все. То есть ты хочешь сказать, что ты полностью можешь контролировать игру? Да. Круто. Ладно, давай попробуем. Идем.
Ребят, а как насчет того, чтобы сыграть бутылочку? Ну, можно, если именинник не против? Ну, давайте сыграем, у меня как раз для этого случая бутылка есть. Так это, может, моей сыграем? Я вот как раз специально принес ее. Наверное, будет правильно сыграть его бутылка, ведь мы у него в гостях. О, мысль говорит. Но так как ты предложил, то давай начнем с тебя. Ну, зашибись, сегодня явно не мой день. Ладно, соберись, может быть, повезет, и я попаду на свету. Так, давай не подведи. Давай. Что? И что теперь? Ну, если по правилам, то вы должны поцеловаться. Поцеловаться? С ним? Нет. А может, пропускаем? Ну, так-то мы по правилам играем, так что давайте, ребята. Подождите. Ты же сам предложил играть, так что... Нет, я не буду его целовать. Чувак, я тоже не хочу, но такие правила. Не-не-не, ребят, извините, но даже не просите, я не буду его целовать. Нет, и все. Чё, твой поцелуй вообще не бархатный? Заткнись, ты вообще понимаешь, что мы из-за тебя опозорились? Да ты преувеличиваешь, вон у некоторых кавказцев целовать друг друга при встрече, это норма. Дебил, но не в губы же! Не уходите за этого же. Я не хочу видеть, как кто-то целуется со Светой. И вообще, я согласился играть в эту игру, потому что думал, что ты все контролишь. Ну, сорян, чувак, откуда я мог знать, что у него будет такая же бутылка? У него была такая же бутылка, как и у тебя? Ну да, а зачем ему еще нужна своя бутылочка? Вот шакал, а! Так, тихонечко, спи, дружочек, спи. Это мои часы, шакаленок. Спокойной ночки, шакаленок маленький. А чё ты не стучишь? А чё ты в натуре не стучишь? Так, кажется, это же другая дверь. А ты вообще весь вечер... Да. В том, что ты на ней сидел? Что? Это по тексту есть? Ну ты не в курсе, как её зовут? Чувак, я даже не в курсе, как её зовут. Кто тебе не сказал? Руслан, давай проверим, алё. Руслан, хватит в подарках шариться. Пересъём полного кадра со стульями. Не, позорился перед светом. Грабили убивали. Так что замени никого. Давай, раз. Давайте дождемся, пусть покрутится. Да, посмотри. Давай, я сейчас попаду. По голове. А ну, что со светом? Все, приехал, свет. О, ну ладно, свет. Смешно, ну явно прикол на один раз. Ну я не помню дальше. И еще пару фактов. Давай, слышишь, да нет, короче. Да, понял. Все. Что, мажором стал? Откуда в очередь? Чувак, я все лето работал, чтобы на них заработать, отстань.